Политехнический университет, единственный из ивановских вузов, вошел в число победителей конкурса Министерства науки и высшего образования России в рамках нацпроекта «Образование». В ближайшее время политех приступит к реализации целого ряда дополнительных образовательных программ и курсов повышения квалификации. На эти цели университет получит порядка 14 миллионов рублей. Мы создали институт развития компетенции, который изначально предполагал непрерывное профессиональное образование для детей, взрослых, для людей, которые уже получили высшее образование, для людей, которые только собираются получить высшее образование, потому что сегодня действительно существует огромная необходимость в постоянной, непрерывном повышении квалификации людей, которые работают на производстве. Дополнительные образовательные программы позволят подготовить специалистов текстильной и легкой промышленности, строительного, автодорожного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, социокультурного сервиса и туризма. Тематика у нас разнообразная. Это и мода для каждого, интернет-продажи, цифровое проектирование тканей, основы производства одежды, контроль качества, процессы бережливого производства, специалисты в области ЖКХ по эксплуатации и обслуживанию гражданских зданий. Эти программы рассчитаны на слушателей вне зависимости от уровня образования и возраста. Кроме того, обучаться будут жители не только нашего, но и других регионов. Проект рассчитан на 2019-2020 годы. За это время свою квалификацию повысят не менее 2000 человек. Мы формируем центр компетенций текстильной легкой промышленности и базой, такой отправной точкой которого являются 10 образовательных программ, которые позволят поднять на определенный уровень, на более высокий уровень добавленной стоимости продукцию наших текстильных и швейных предприятий. Вот эти 10 программ, мы будем надеяться, будут пользоваться спросом со стороны сотрудников наших предприятий. Реализация проекта начнется с создания информационно-интеграционной системы на базе официального сайта политеха. Именно там можно будет получить исчерпывающую информацию. Зачисление слушателей начнется с конца ноября. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.